16 сентября спасатели тушили баню в областном центре. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 21:55. Через 7 минут пожарный расчет прибыл к дому номер 22 по Преображенской улице. К этому моменту из-под конька крыши второго этажа бани шел дым. В ходе разведки спасатели обнаружили очаг возгорания в межэтажном перекрытии на площади 15 квадратных метров. Меньше полутора часов ушло на ликвидацию стихии. На месте работали 11 сотрудников и 3 единицы техники МЧС. Погибших и пострадавших нет. Теперь причины возгорания устанавливают специалисты.